тогда мы, господа, мы едем на йогу. У нас есть ковер. Смотрите, какой ковер. Да. Едем абсолютно бесплатно заниматься на йогу. А почему бесплатно, кстати? Первое занятие бесплатно. Так всегда. Так всегда и у всех. Первый раз бесплатно. Дилеры, привет. Говорят, спасибо, что ездите на MTA. Это да, про да, нас. Да. С нетерпением ждем того момента, когда мы придем на йогу, да, Андрей? Конечно, всегда этого момента. Потому что там что? Потому там очень много красивых и некрасивых. Нет, я иду туда, чтобы прокачивать тело и дух. И я тоже иду, чтобы прокачать и тело, и дух. Чтобы дефицит движения, общения с энергиями интересов. Состоялось наше мероприятие. Что ты думаешь по этому? Свежее дыхание. Облегчает понимание. Мы наежились, наигрались, назнакомились.